Вот смотрите, есть стаканы двуслойные, да, специально для горячей воды сделаны. Как бы стакан в стакане сделан, да. Но кафе часто экономят, потому что эти стаканы довольно дорогие. И поэтому они берут одностенные стаканы, но горячо. И поэтому нужно одевать вот такую штучку. Ну, такую или другую, да. Называется капхолдер. И она нужна для того, чтобы не обжигать руки просто. Вот и все. А дальше это все зависит от конструкции, собственно говоря, какая, кому какая больше нравится.